друзья, всех приветствуем. Приготовим сегодня кабачок с яйцом. Взяла молодой кабачок такой. Порежем его кружочками. Шкурку я срезать не буду, она тоненькая, мягкая, нежная сейчас. Такими не крупными дольками, не толстыми. Разогреваем сковородку с растительным маслом. И отправляем обжаривать кабачки. Кабачки подсолим сразу. Кабачки обжарились, переворачиваем на другую сторону. Обжариваем с другой стороны. Кабачочки наши обжарились. Снимаем их на тарелочку и будем жарить следующую партию. Пока вторая партия кабачка у нас обжаривается, порежем лук, помидорку и зелень. Вторая партия кабачков обжарилась. Достаем их на тарелочку. Оставляем лук и помидорку обжариться. На кабачки мы выдавим 4 зубчика небольших чеснока для аромата. Пока у нас делается поджарочка из лука и помидорки, наши кабачки пропитаются чесночком. Пока подготовим яйца, разбиваем 4 штучки. Солим. Добавим молоко. И сюда же я добавлю зелень. Все перемешаем. Нашему луку и помидорке отправляем кабачки. Аромат изумительный чеснока. Они горячие кабачки, мы же их сняли только со сковородки, выдавили на них чеснок. Очень ароматно. Пару минут вот так они у нас потушатся. И будем заливать молочно-яичной смесью. И закрываем крышкой. Ну что, все у нас поджарилось. Вот так аппетитно все выглядит. Очень ароматно. Аромат чеснока до сих пор сохранился. Будем кушать. Всем приятного аппетита. Всем спасибо за просмотр.